Правозащитники из разных стран в эти дни съехались в Москву. В российской столице открылась международная конференция, которую уже называют ключевым событием года в области прав человека на территории Евразии. Среди участников представители ООН, Совета Европы и не только. Одна из важнейших тем – борьба с двойными стандартами. Сегодня мы видим, что политизированность Института прав человека вредит возможности защитить гражданина. Более того, она ставит под угрозу права человека, двойные стандарты, возможность подхода к одним и тем же событиям с разных оценок. Это, конечно, порождает чувство несправедливости. Конференция правозащитников проходит в Москве уже во второй раз. В этом году ее приурочили к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.